Слава нашему Господу! У нас сегодня прекрасное утро, когда мы собрались во имя Господа нашего Иисуса Христа для такого славного служения, которое Бог нам дал сегодня. Друзья, мы сегодня будем вспоминать страдания нашего Господа, будем совершать и участвовать в трапезе Господней. Друзья, это совершалось еще в Ветхом Завете, когда народ израильский вышел из Египта, Бог им сказал, чтобы они праздновали Пасху. Праздновали Пасху они, это было как праздник освобождения из египетского рабства, и они заколали агнца по семействам, и они праздновали это время, что они радовались за то, что Господь их вывел из Египта. Это был большой праздник, когда они, знаете, торжественно совершали вот такое служение. Сегодня написано, что Пасха – это Христос заклан за нас. Это также освобождение, когда мы, написано, все были грешными, и Господь нам дал возможность, чтобы нам осветиться, чтобы нас оправдать и дать нам возможность на жизнь. Слава Ему! Слава Богу! И, друзья, мы сейчас, совершая такое служение, попросим благословения, чтобы Господь нас благословил в этом служении, чтобы благословил братьев, которые будут совершать это, нас, участвовавших в этом служении. Это прекрасное служение, это праздник для нас. Мы вспоминаем страдания нашего Господа, какой ценою Господь искупил нас. Он дал цену, Он не дал, знаете, ни серебра, ни золота, но Он пролил свою святую кровь. И вот мы теперь счастливы то, что, друзья, Бог нас освятил. Бог нас оправдывает, Бог на нашей стороне, друзья, когда мы приходим к Нему, Он просто дает нам возможность, чтобы у нас было чистое сердце, чтобы мы могли приблизиться к Отцу Небесному и иметь жизнь вечную. Давайте, друзья, встанем и попросим благословения. Сегодня день победы, когда Сын Божий, Он пострадал за каждого из нас. И для христиан, для нас это... Как и воскресение, так и смерть Господня – это победа. Слава нашему Господу! Что мы ничем не лучше других в этом мире. Мы ничем не лучше. Но Бог нас предизбрал, определил к себе. Избрал. И теперь мы дети и дочери Божьи, сыны Божьи. Слава нашему Богу! И благодаря Его жертве, благодаря Его крови, слава нашему Богу. Нам есть за что благодарить нашего Господа. Давайте прославим Господа в пении. Давайте возвеличим Его святое имя. Он на этом месте. Слава нашему Господу. Я хочу исполнить волю Твою. Хочу исполнить волю Твою, прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу Твою, наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Я хочу.
без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Очисти меня кровью своей, не дай мне сойти с твоих путей. Очисти меня кровью своей, не дай мне сойти с твоих путей. Очисти нас, очисти нас, очисти. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Очисти меня кровью своей, и дай мне сойти с твоих путей. Очисти слава нашему Господу. Кровь Его святая дает нам право войти во святое святых. Кровь Его святая дает нам право войти за завесу. Сегодня доступ для каждого из нас открыт. Слава нашему Господу, благодаря Его святой крови.
Господь,
и сестры. Один раз в одно село приехали ученые, которые исследовали еще неизвестные для науки цветы. И вот они приехали в одно село, и в одном ущелье они заметили такой неизвестный и недоступный для науки цветок. Они так обрадовались, что они нашли, они его увидели только в бинокль, глубоко-глубоко. Возле этих ученых ходили маленькие дети, мальчики деревенские, и наблюдали за ними. И эти ученые не могли туда спуститься, и они сказали одному мальчику: «Ты знаешь, говорит, за определенную сумму денег мы тебя на веревке спустим это ущелье, ты вон тот сорвешь тот цветок, и мы тебя назад поднимем». Он подумал и убежал. Через несколько минут он пришел с сильным крепким мужчиной средних лет и сказал: «Я спущусь в это ущелье, но только веревку должен держать мой отец». Братья и сестры, как прекрасно, когда твоя жизнь в руках Небесного Отца. И твоя жизнь может быть в руках Небесного Отца только через Иисуса Христа. Валентин напомнил, сильно приятно, что он напомнил то. Бывает, святые не путают, они говорят: вот Иисус Христос умер. И другого не добавляют. Или говорят: Иисус Христос воскрес. Он напомнил: Иисус Христос пришел на эту землю, умер и воскрес. Это нераздельно. Умер и воскрес для моего и твоего оправдания, чтобы примирить тебя с Небесным Отцом, чтобы твоя жизнь, чтобы твоя вся жизнь была в руках Небесного Отца. В руках Небесного Отца очень тепло и прекрасно. Я помню, Павлик в прошлое воскресенье напоминал прекрасный пример вот об этом маленьком мальчике. Посмотрите его. Он сказал, что у него тепло. У меня 5 детей, и они все любят. Вот, они там двое, тут и маленький еще вон. Он тоже скоро будет петь. И когда они все приезжают со школы, то они все его любят, и он около них бегает. Но когда я приезжаю с работы в 9 часов, он уже на них внимания не обращает. Он везде только за мной бегает. И потом, когда мы искупаемся, они уже все легли спать, и я ложусь ночью поздно спать. Они уже все спят. И только он проснется и увидит меня, вот этот самый маленький, он идет на мою подушку и около меня вот так головой к голове. И так спит. Братья и сестры, как приятно. В руках Небесного Отца тепло. В руках Небесного Отца уютно. В руках Небесного Отца безопасно. Песня детская. Во славу Бога. Слава Богу. Большой, и малый, и большой.
полюбив тебе давно, ще перш, ніж світ цей утворився. Я бачив все твоє єство, я чув, як вперше ти молився. Я йшов на хрест і згадував тебе, що кожний цвях несе тобі спасіння. Заради тебе я зійшов на хрест і витерпів знущання від свого творіння. Свист батога і кров мені холола, розпни його, народ увесь кричав, ні крапель співчуття довкола. Та я терпів, бо це за тебе знав. Болюча зрада, серце обірвалось, коли Іуда лицемірно цілував, коли жорстоко били, насміхались, тоді про тебе я згадав. Ти вирізблений на моїх долонях, це римський свях, твоє там ім'я записав. Так мій Господь за мене постраждав. О Ісус, невже я того варта? Невже моє життя для тебе цінне є? Життя, що схоже на стареньку карту, нікому не потрібне, сіре і незмінне. Я знаю, що не варта і сльозинки з твоїх прекрасних, лагідних очей, ні жодного рубця і крові, жодної краплинки. Не варта я усіх твоїх страждань. Чому ж, Господь, про мене пам'ятаєш? Чому ти на хресті мене згадав? Коли від тебе відверталась, я не знаю, чому й тоді мене не покидав. Не заслужила твою милість, Боже, що ти дитиною мене назвав, ще й досі зрозуміти я не можу, чому ти спас мене і оправдав. До тебе, Боже, помолюся, і на коліна з вдячністю впаду. Я буду прославлять мого Ісуса, бо я ніхто перед великим Богом. Я просто порох із землі, то він побачив всі мої тривоги, мої страждання у гріховній млі. Він полюбив тебе давно, ще перш, ніж світ цей утворився. Він бачив все твоє єство, він чув, як вперше ти молився. Амінь. Слава нашому Господу, дорогі друзі, що ще по милості Господа ми ще знаходимося на землі живих, і ще маємо ту можливість приходити в дом молитви, де наречено Його ім'я, і маємо ще можливість ту прийти, поклонитися Йому. Как было сказано передо мной, много раз уже здесь говорилось на этом месте, что Он один и только Он один достоин всей хвалы, славы, поклонения, потому что Он Своею кровью искупил нас и назвал нас Своими Богу. Ему слава вовеки. Слава Богу! Мы будем сейчас совершать особое служение, которое установил Сам Господь, которое совершил Сам Господь. Сделал его и сказал, что если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Немножечко совсем я хотел бы порассуждать об одном качестве, и мы будем потом совершать это служение, об одном качестве, которое должен иметь каждый христианин. Мы, живя здесь, на этой земле, живя в этом мире, в какой-то мере мы подчиняемся законам этого мира, мы ходим на работу, мы как бы не отличаемся, может быть, в каких-то делах мы не отличаемся от людей этого мира. Но Священное Писание говорит, что в каких-то случаях мы должны отделиться, в каких-то параметрах мы должны отделиться от этого мира. И Господь Иисус, когда молился в первосвященнической молитве Богу Отцу, Он говорил, что «Я не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы ты сохранил их от зла». Живя люди в этом мире, Он молил Отца, чтобы Он сохранил нас от зла. В этом мире ценятся, написано, что все, что в мире, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Это, в этом мире эти качества, они ценятся. Но Священное Писание, оно как бы ставит на разные полюса
то, что ценит Священное Писание. Господь Иисус, когда говорил своим ученикам, когда они уже были вместе собраны для последней вечери, и он услышал, что они спорят, кто больше, и он сказал, что в этом мире цари, они господствуют, вельможи, они властвуют. То есть ценности вот этого мира, они как-то, ну, показывают свои качества, но говорит, но у вас да не будет так. Бог гордым противится, Священное Писание сказало, а смиренным дает благодать. Я бы хотел немножечко обратить внимание на смирение, качество, которое необходимо каждому человеку. Вообще в служении, которое мы будем совершать, в омовении ног, ну, сокрыто очень, ну, очень много, может быть, качеств, которые должен иметь христианин. В первую очередь, конечно, это любовь к ближнему. Господь Иисус сказал, что есть всего две заповеди, на которых строятся весь закон и пророки. Он сказал, что возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, душою своей, разумением и крепостью своей, и ближнего своего, как самого себя. Любовь – это, может быть, основное качество, которое должно двигать нами. Но я хочу обратить внимание на смирение, как качество тоже, которое необходимо иметь каждому христианину. Второе царство, 16 глава, я хочу прочитать. Библия имеет множество примеров. Я хочу обратить просто два примера всего. Второе царство, 16 глава. Пятый стишок и ниже. «Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословя его, «Уходи, уходи, убийца и беззаконник». Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца. И сказал Авесса, сын Саруин, царю, зачем засловит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову. И сказал царь, что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? И сказал Давид Авессе и всем слугам своим, вот если мой сын, который вышел из чресла моих, ищет души моей, тем больше сын вениамитянина, оставьте его. Пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. Царь Давид и шел со своими людьми, и Библия говорит, если дальше считать, там следующие главы, что когда он разделял, он ставил тысячи начальников, 100 начальников, то есть очень большое количество людей и шло с царем. И Библия особо отмечает даже Хусей, когда он советовал Авессалому, и он говорил, что не ходи, потому что ты знаешь, что твой отец, он воинственный, и люди с ним очень храбрые. И это, говорит, он знает весь Израиль. Все люди тогда знали, что это и шли храбрые, особые люди. Но написано, что вышел один человек и против такого, может быть, сказать, количества народа, и шел, кидал камни, кидал пыль и говорил плохие слова в адрес Давида. Я хочу сейчас посмотреть вместе с вами на состояние Давида, на состояние сердца Давида. Потому что если брать по законам, что ли, по порядкам этого мира, то который превозносит вот это такое, знаете, как сказать, гордость, эту супер такое менство, знаете. Я хочу за смирение русский словарь синонимов. Синонимы – это слова, как бы сказать, ну, одинаковые по смыслу, похожие, ну,
русский словарь синонимов говорит на слово «смиренный». Какие слова я хочу просто заметить. Бесхарактерный, боязливый, глупец, малодушный, мягкотелый, слабовольный, слабохарактерный. Такие, как бы сказать, он ну, как бы унизил это качество. Этот мир, он возвышает такую, знаете, ну, я не знаю, сейчас очень там распространены все вот эти вот супермены, такие, ну, гордость вот этого мира и смирение, оно было так ну, унижено, так охарактеризовано такими словами, русский словарь синонимов. Но царь Давид, он имел силу, он имел сильных вокруг себя, он имел даже право просто сказать, ему даже было, не надо было говорить. С ним вот этот человек и шел, Авеса сын Саруя, очень сильный человек, очень храбрый человек. И он говорит, зачем вот этот мертвый пес поносит господина моего царя? Пойду и сниму с него голову. В один момент он мог прекратить это. Но Давид в своем смирении сердца сказал, оставьте. Что мне и вам, сыны Саруины, оставьте. Господь ему повелел. И он говорит, что может быть Господь презрит на смирение мое, на уничижение мое и воздаст мне благостью. Филиппийцам. Вторая глава. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Священное Писание показывает нам Царя Вселенной, Царя Царей, Господа Господствующих, Бога нашего Иисуса Христа, который, обитая на высоте небес, который, обитая в неприступном свете, но знаете, там в определенный момент был на небе совет. И я думаю, что Бог, Отец, смотря на этот мир, может быть, даже в своей, ну, всезнании, в своем будущем, потому что Священное Писание сказало, что Господь Иисус, Он был заклан за нас еще до сотворения мира, то Бог Отец, видя нас, видя, потому что я очень много и много, может быть, раз уже об этом говорил, что Бог, Он находится вне времени, и для Него нету разницы быть сегодня в нашем времени или, может быть, далеко сзади или далеко впереди. И Он знал и видел каждого из нас, кто есть на этом месте. И Он знал и видел каждую душу, каждое состояние каждого человека. И когда был вот этот совет там на небе, кто пойдет, чтобы искупить этого человека, я думаю, что, может быть, в какой-то мере оценяя, что ли, ну, как сказать, значение или цену, что ли, человека, то, смотря, может быть, на ангелов, Господь сказал, нет, недостаточно. Может быть, архангелом, может быть, очень легион, может быть, ангелов. И он говорил, недостаточно. И он определил цену нам, своим единородным сыном. Он отдал, написано, он отдал своего единородного сына, потому что возлюбил каждого из нас. Единородный сын, находясь на небесах, написано, что он смирил себя, став послушным до смерти и смерти крестной. Он взял на себя нашу плоть, он стал человеком, он ходил по этой земле.
смирил себя. Священное Писание в Исаии, 57 глава, говорит, что «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Небо и небеса небес, они не вмещают Его. Он больше Его, Он выше Его. Он бесконечнее, чем бесконечность. Но Он говорит, что «Я живу на высоте небес и в сокрушенном и смиренном сердце». Священное Писание говорит, что у вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. Он, живя здесь, Он в одни плоти Своей, Он совершил особое служение, которое я хочу сейчас прочитать. И мы будем молиться, и мы будем совершать это же служение. Я хочу, чтобы просто мы покорились Слову Божьему, смирили свое сердце, приобрели, может быть, такое качество. Может быть, оно, как бы сказать, не в почете в этом мире, но в глазах Божьих оно высоко ценится. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Он говорит, я хочу жить в смиренном сердце. Перед праздником Пасхи Иисус знает, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу. Явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда уже дьявол вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Пусть Бог благословит каждого из нас. Знаете, мне очень нравится одно место, когда Илия стоял перед большим количеством служителей Вааловых. И когда он сделал все по Слову Божьему, он сказал эти слова, сказал, да познает сейчас этот народ, что я раб твой и сделал все по Слову твоему. И пришла сила Божья тогда на то место, пришел огонь с неба, написано, пожрал он жертву, жертвенник, камни и все, что было там. Сила Божья пришла на то место, потому что Илья сказал, что я сделал по Слову Твоему. Мы сделали сейчас по Слову Божьему. Я хочу, чтобы мы сейчас все встали, помолились еще раз, прославили Его имя.
Дорогі браті і сестри, дорогі друзі в Господі, перед нами трогательний момент, коли ми можемо або будемо вступати в святое святих, як ми пели. Для первосвященника это было очень тревожно. Почему? Раз в год он вступал за завесу в то место, дорогие друзья, откуда он мог не вернуться. Для этого его привязывали шнуром или веревкой, для того, чтобы можно было, если он получит поражение, вытащить его оттуда. Мы вступаем на то же место. И Бог, которому, дорогие друзья, в свое время служил первосвященник, он не умолился в святости. Он не умолил, он един свят. Хотя народ его свят, но вы знаете, что мы часто бываем в недолжном состоянии, часто много грешим, как Писание говорит, но Бог абсолютно свят, и он считается святостью. По этой причине, братья и сестры, я хочу предложить сестрам покрыть свои головы, потому что вы будете вступать в святое святых, в контакт с духовным миром, и вы должны иметь знак послушания своему мужу, а также Слову Божьему. Я хотел бы довести до вашего сведения, что на последнем региональном братском все служителя пришли к одному мнению, что жены в служении должны быть покрыты. Хочу, дорогие мои друзья, напомнить место из Священного Писания. Это первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 9 стих и ниже. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Хочу, дорогие братья и сестры, просто спросить вашего мнения и выделить одно слово из этого текста, который я прочел. Гнев. Это чей гнев? Человеческий, сатанинский, Божий? Как? Гнев Божий. Ну, наверное, мы бы немножко бы и разошлись бы в мнениях, но все-таки Божий гнев, братья и сестры. Конечно, для нас это очень странно, потому что мы знаем любящего Господа, мы знаем долготерпеливого, прощающего Господа, милосердного Господа. И вместе с тем Священное Писание усиленно, дорогие братья и сестры, говорит о том, что Бог обладает гневом и яростью. И яростью. Поэтому, дорогие мои друзья, мне хочется сказать, конечно, мы не должны с вами мерять гнев Божий по своему гневу. Почему? Потому что человеческий гнев не творит правды Божией. А гнев Божий, он справедлив. Это реакция, его реакция на наш грех, на нашу непокорность, на наше сопротивление ему, дорогие друзья. Это его реакция. Вы знаете, в Священном Писании, дорогие братья и сестры, гораздо больше говорится о гневе Божьем, чем о любви. Гораздо больше. Гнев Божий знали и в Ветхом Завете. И даже еще раньше, вы знаете, гнев Божий излился на тех, которые, дорогие мои друзья, братья и сестры, жили уже страшной жизнью, когда у них все помышления были зло от юности.
И Бог должен был истребить в своем гневе. Не пощадил, дорогие друзья, не пощадил. Не пощадил ни младенцев, ни жен, ни стариков. Все ушло под воду, кроме 8 душ. Не пощадил он Содома и Гоморры, дорогие братья и сестры, не пощадил. Хотя стоял крик, хотя люди, наверное, дорогие мои друзья, каким-то образом кричали о милости, о помиловании, но прошло время. Прошло время. Не пощадил в свое время народ Божий, когда он отдавал, дорогие друзья, очень много раз в плен их, и они должны были обнаженные, их князья, их чиновники, можно сказать, все шли вот в таком позорном явлении, дорогие, в позорной картине с веревками на шее, дорогие братья и сестры, они шли в плен. Они кричали. Кричали к Богу, но было поздно. Было поздно. Гнев Божий начал изливаться. Рассеянный народ Израиля, дорогие братья и сестры, это и мы еще свидетели, сколько он нес унижений, сколько истребили их, дорогие братья и сестры, сколько умирали. Я неоднократно говорю о том, что было время, когда я стоял у Бабьего Яра недалеко, это в Киеве, и вспоминал свидетельство одной женщины, которая была очевидцем, а может быть, участником в этом. Она говорила, что столько евреев живьем похоронили в этом яру. Живьем закопали, зарыли их, засыпали землею, и земля шевелилась. Земля шевелилась. Люди тянули свои костлявые руки к небу, евреи кричали: «Господи, ты же видишь!» Но было уже поздно, братья и сестры. Было поздно. Я хотел бы сказать за Новый Завет, братья и сестры, в основном, потому что это что-то ближе к нам. Первым проповедником, можно сказать, о гневе Божьем был Иоанн Креститель. Когда он увидел, что фарисеи и саддукеи, они старались обойти, слукавить как-то, не исповедуя свои грехи, показать, может быть, и здесь свою праведность, дорогие друзья, отличие от другой. Иоанн Креститель, который имел сильный голос, дорогие друзья, он сказал: «Порождение ехиднины, по-украински кодло гадюче, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Дорогие братья и сестры, вторым проповедником был наш Господь. Был наш Господь. Он сказал такие слова, дорогие друзья, что верующий в Бога или верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную и в другом месте, и на суд не приходит. А может быть, это здесь. И на суд не приходит, а неверующий уже осужден. Уже осужден, братья и сестры, неверующий человек, тот, который, дорогие друзья, не принимает жертву Иисуса Христа, он проклят сегодня, и над ним нависает этот гнев Божий. Писание так сказало, Господь так сказал: неверующий не имеет жизни вечной, и гнев Божий. И гнев Божий, я сейчас быстренько прочитаю, пребывает на нем, спасибо, спасибо. И гнев Божий пребывает на нем.
Друзья мои, кто сегодня, быть может, не в мире с Богом, мне так хотелось бы, чтобы это место остановило вас. Остановило вас, вы находитесь под гневом Божьим. Для вас есть сегодня возможность принять Его. Для вас сегодня есть возможность примириться с Ним и быть счастливым детем Божьим. Но если не пойдете этим путем, если не пойдете этим путем, пойдете, найдете худшее. Хочу сказать, дорогие мои друзья, очень много о гневе Божьем сказал апостол Павел. Апостол Павел, дорогие друзья, в послании к римлянам, во первой главе, в 18 стихе, говорит такие слова. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Братья и сестры, открывается гнев Божий. Открывается. Это вы знаете, как, может быть, какая-то плотина стоит, и где-то прорвалась уже. Уже вода хлынула, но придет время, когда это разрушится плотина, и вода хлынет полным потоком. Так Божий гнев, дорогие братья и сестры, сегодня он уже открывается. Гнев Божий, дорогие мои друзья, я хочу сказать, он не только над неверующими, не только над неверующими, он также и над верующими, на которые живут в грехе и не каются. Вы знаете, для нас есть счастливая возможность, когда мы, согрешивши в чем-то, споткнувшись, дорогие друзья, можем бежать к Иисусу для того, чтобы получать прощение у ног Его, для того, чтобы раскаяться, исповедаться, дорогие братья и сестры, и быть свободным. Но апостол Павел говорит о другой категории людей, и он говорит такие слова. «Или пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не разумеет, что благость Божия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». Тем, которые постоянством добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, послушайте, ярость и гнев. Кто живет сегодня в грехе? Кто любит грех, у кого есть любимый грех, и он не расстается с ним, он не кается, не стремится к тому, чтобы порвать с ним всякие связи. По нераскаянному сердцу твоему ты сам собираешь себе гнев на день гнева. Дорогие мои друзья, братья и сестры, мне хочется, дорогие друзья, сказать такие слова, который сказал апостол Павел в послании к евреям. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью, без милосердия, то сколь тягчайшему осуждению повинен будет, или наказанию, будет повинен тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которая освящен». Это о ком? О неверующем? О верующем, братья и сестры. «И Духа благодати оскорбляет». И дальше апостол Павел говорит, «Страшно впасть в руки Бога живого». Страшно. Вы знаете, дорогие друзья, мы идем,
приближаемся к тому моменту, братья и сестры, когда Господь будет изливать семь чаш гнева над землею. Это будет ужасное время. Это будет ужасное время. Но еще более ужасное, дорогие братья и сестры, когда этот гнев, как я уже сказал, за плотину, он хлынет на эту землю. Хлынет на эту землю. И Священное Писание, дорогие друзья, рисует нам эту картину. В Откровении написаны такие слова. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещере и в ущелье гор». И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Какая страшная картина, братья и сестры! Какая страшная картина! И еще, дорогие мои друзья, апогей! Апогей этого ужаса, дорогие братья и сестры, небо Божие – это великий белый престол. Писание говорит в 20 главе такие слова. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен». Заметьте, не просто поведен, посажен, положен аккуратно, брошен. Выражение гнева Божьего, дорогие братья и сестры. Тот был брошен в озеро Огненное. Дорогие мои друзья, я хотел бы задать вам вопрос. Есть ли среди нас тот, который хотел бы находиться сейчас в руках разгневанного Бога? Есть или нет? Поднимите руку, пожалуйста. Нет. Тогда кайтесь, братья и сестры, исповедуйтесь, порывайте свои связи с грехом, пока есть возможность. Она может окончиться в любой момент нашей жизни, молод ли ты или стар, в любой момент. Вы знаете, если бы была вот такая возможность спросить у того, который сейчас уже в аде, и спросить его, ты думал попасть сюда? Я больше чем гарантирую, он бы сказал нет. Нет, я он не думал. Он думал, что это все пройдет, что Бог милосердный, что Бог простит все, что Бог помилует его, что так все, но, знаете, и игра с этим грехом, ну, так оно и пройдет, так и где-то затеряется, и никто на него не обратит внимания. И ошибся, братья и сестры, ошибся. Вы знаете, сколько сегодня людей, которые выдумали всевозможные вылазки с этого. Или это чистилище, или это поминки, или это может быть просто короткий срок, они там побудут, дорогие друзья, помучатся, а потом все это наладится. Сатанинская ложь, братья и сестры. Сатанинская ложь. Я хотел бы, дорогие мои друзья, вернуться быстренько к этому месту из Священного Писания, которое я читал, Фессалоникийцам написаны такие слова. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Спасение от чего, братья и сестры?
от гнева. Вот от этого гнева, братья и сестры. Конечно, мы можем найти много таких, но самое ужасное, самое страшное – это стоять у великого белого престола, придавленным своими грехами, и не иметь ни адвоката, ни защитника, никого. Отвечать за себя, отвечать за свое состояние. Быть в руках разгневанного Бога. Братья и сестры, Господь избавил нас от этого. Верующие не будут бояться, вы знаете. Хотя наступит момент, наступит время гнева, излияния, ярости Божьей. Верующий свободен. Почему? За него понес этот гнев и ярость Христос на Голгофском кресте. На Голгофском. Он отдал свою жизнь, братья и сестры. Ее никто не требовал. Не требовал. То есть насильно не забирали у него жизни. Насильно не могли забрать ни люди, ни дьявол, никто. Он добровольно отдал ее за себя, за нас с вами. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы будем совершать сегодня такую великую святыню. Дай Бог, чтобы наше сердце, оно плавилось от благодати Божьей. И чтобы тогда, когда подойдет знаки смерти Господа нашего Иисуса Христа, апостол Павел говорит такие слова: умершего за нас, это цена того, чтобы мы не боялись гнева. Он определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Поэтому, друзья, коротенько встанем на наши ноги, помолимся. Руки Христа – это руки любви, чистые, нежные руки. Ты посмотри, эти руки крови, знаки стязания и буки. Ты посмотри, эти руки крови, знаки стязания и муки. Может быть, ты изнемог удручён, совесть тебя обличает. Стань, дорогая душа, этого руки к тебе простирает. Стань, дорогая душа, это он руки к тебе простирает. Первое послание к Коринфянам. Десятая глава, 21 стих. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Это страшно, братья и сестры. Если кто-то из членов церкви может быть, без зазрения своей совести, употребляет или алкоголь, или наркотики, это бесовская трапеза, друзья. Вы не можете участвовать сейчас, пока не покаетесь и не порвете связи с этим грехом.
Слово Священного Писания говорит такие слова. Первое послание к Коринфянам, обычно мы читаем его, это 11 глава, 23 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб, и возблагодарил, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Дорогие мои друзья, братья и сестры, слово Священного Писания очень четкое, очень ясное. Я думаю, что здесь комментарий особых не нужно. Но дай Господь, чтобы вас сейчас касался Дух Святой и давал вам полную свободу для того, чтобы коснуться этой святыни не на осуждение, не на болезни, не на страдания, не на гнев Божий, братья и сестры, а к получению спасения от Господа нашего Иисуса Христа. Писание говорит, дорогие друзья, что в ту ночь, которую был предан Господь, он взял хлеб и, возблагодарив, преломил. Мы помолимся над хлебом. Чудный Господь, давший за нас свое тело Божие для того, чтобы оно было ломимое, Господь, униженное, избитое, израненное, обезображенное, Господи Боже праведный. Мы сегодня вспоминаем эти муки Твои, Господь, и мы благодарим Тебя. Хотя Ты был, Господи Боже вечный, обезображен паче всякого человека, Господи, но Ты дорог сегодня для нас, Боже великий, в своих страданиях, дорогой Господь, потому что это цена нашего спасения. Мы знаем, что Ты сегодня не оплеван, что Ты сегодня прославленный, Господь Боже, и мы склоняемся перед Тобой всем своим естеством и желаем, чтобы Ты благословил это служение и нас благословил, Владыка. Тебе честь и слава, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь. И возблагодарил, преломил. Руки Христа извлекают из ран, ставят на камень спасения. О, это жизнь, а не только слова, это любовь и прощение. О, это жизнь, а не только слова, любовь и прощение. Руки простерты тебе и ко мне, полные ласки.
Братья и сестры, участвовать в воспоминании тяжких страданий Господа имеет право только член церкви, прошедший водное крещение, вступивший в завет с Господом, кто находится не на замечании, не на отлучении, не на каком церковном наказании. Гости, если вы приехали с миром со своих церквей, то тоже можете участвовать, благослови вас всех, Господь. Перед нами великая святыня, братья и сестры. И поэтому, касаясь ее, надо быть предельно осторожными, чтобы крошечки не падали на стол, на пол, чтобы нам не попирать святыню Господню. Голгофа, Голгофа, Голгофа. Сквозь слезы смотрю на тебя, распятый Иисус мой Господь. Ты снял мою боль, изгнал сердце страх, хотя сам повис на гвоздях. То не гвозди ветер жали на кресте, то не люди причиняли боль тебе. Минуло с этой казни так много лет, то не гвозди ветер жали на кресте, то не люди причиняли боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех. Минуло с этой казни так много лет. Я вижу тебя на кресте, избитый в терновом венце, пронзил ты руки и ноги свои. От вины, то не гвозди ветер жали на кресте, то не люди причинили боль.
минуло, с этой казни так много лет. То не гвозди ей держали на кресте, то не люди причинили боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех. Хоть минуло с этой казни так много лет, как часто я вижу тот день, Голгофы кровавую тень. Склонясь у креста, я билась, смашу, свободу мне дал Божий Сын. То не гвозди тебе держали на кресте, то не люди причинили боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех. Хоть минуло с этой казни так много лет, то не гвозди ведь держали на кресте, то не люди причинили боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех. Хоть минуло с этой казни так много лет. Братья и сестры, все ли вы смогли участвовать от благословенного хлеба? Если кого обошли, поднимите руку, мы вас обслужим. Друг, посмотри, видишь там вдалеке, агнец Божий висит на Голгофском кресте. Он гвоздями прибит по рукам и ногам, растекает слони, он же мой. Он гвоздями прибит по рукам и ногам, кровь стекает с лани, он же молится сам. О небесный Отец, я взываю к Тебе, сколько мне смеются над тем, кто дарует им жизнь, и не знают они, от кого отреклись. И смеются над тем, кто дарует им жизнь, и не знают они, от кого. Я по воле Твоей к ним на землю сошел, чтобы кровью своей их омыть от грехов. Но и слышу,
обещал, отвергли благодать, но и злые сердца не хотели принять то, что ты завещал, отвергли благодать, ты им грех сей проси. Ведь не знают они, что худое творя в эти страшные дни. И не в руки твои я свой дух предаю, умираю за них, потому что ныне в руки свой дух предаю, умираю за ним, потому что люблю. Мы читаем, дорогие братья и сестры, такие слова. Написано так в 25 стихе 11 главы Коринфянам. Также и чашу после вечерии сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Боже мой, символ твоей скорби, страданий, мук, твоей крови, Господь наш дорогой, в моих руках. И мы будем воспринимать это верою, приобщаясь к твоей славной и святой крови, дорогой Боже. Потому мы сегодня просим благословения. Благословения на эту чашу совершить так, как ты в свое время возблагодарил, Господь наш дорогой, и сказал, Господи, что эта чаша, она, Боже мой, сегодня принимается как помилование, как милость, Боже вечный, над нашими грехами ты омыл, очистил, оправдал нас, слава тебе. Помоги, Господи, чтобы эта чаша, она была чашей благословения для всех, чтобы имя Твое прославилось в нашей жизни, Отца, Сына, Духа Святого. Аминь. Братья и сестры, после молитвы это великая святыня, поэтому относитесь очень осторожно, не надо вытирать губы ни платочком, ни салфеткой. Божий Сын льет кровь свою на Голгофе, на Голгофе. Там душу искупил мою на Голгофе, на Голгофе. Но я противился еще, Иисус сказал, свершилось все, и жизни утро началось. На Голгофе, на Голгофе, но я противился еще, Иисус сказал, свершилось все, и жизни утро началось. На Голгофу,
жести сложил на Голгофе, на Голгофе. Разбойник ко кресту пришел, спасение себе нашел. И так со всякий, кто зашел на Голгофу, на Голгофу. Разбойник ко кресту пришел, спасение себе нашел. И так со всякий, кто зашел о Голгофе, о Голгофе, чтоб каждый мог всю правду знать о Голгофе, о Голгофе. О, Церковь Божия, вставай и в мире всем провозглашай. Осторожный
Братья и сестры, все ли смогли участвовать от чаши благословения? Если кто остался обойденным, поднимите руку. У креста хочу стоять, созерцать душу. Восьмая глава послания к римлянам с
32-31 стиха. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Бога? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Слава Ему, братья и сестры! Склоним свои слабые колени и помолимся. И сестры, мы сейчас будем делать сбор для нужд нашей церкви. Братья и сестры, в нашей церкви прошу братьев, которые собирают пройти. Нам нужно делать ремонт туалетов, поэтому, я думаю, не один десяток тысяч долларов уйдет. Пожалуйста, давайте будем жертвовать. Благослови Господь, руки дающие. Ставшую общим пением споем. Yeah.